Всем привет! Сегодня такое небольшое лирическое отступление, так сказать. Еще одна, так сказать, возможность применения мини-тракторов в домашнем хозяйстве. Вот смотрите, вот подъезд к дому, да? Была труба, лежала, вот подъезд. Но этого подъезда, ширина этого подъезда, так как улица узкая довольно-таки, и заворачивать как бы 90 градусов сразу, и если у вас, например, там не одна машина, а приезжает кто-то еще, то очень неудобно, например. И было принято решение расширить немножко подъезд, вот этот вот. И я закопал еще одну трубу, состыковал ее с уже имеющейся, положил и завез сюда глины, навалил вот глины. И теперь стоит задача в том, что ее нужно уплотнить хорошенько, чтобы уже можно было насыпать сюда там песок, щебень, какой-то материал, по которому уже можно будет потом ездить автомобилю, не пачкать колеса, не вытаскивать грязь на дорогу и все остальное. Вот. И сейчас для этих целей я хочу попробовать использовать свой мини-трактор. И посмотрим, что из этого выйдет. Результат этой нестандартной такой работы для трактора, подвернувшейся под руку, так сказать. Я считаю, что очень хорошо выполнил эту работу. Тем более, что трактор имеет балласт передний, что придает ему более высокое давление на передние колеса. А как вы видите, передние колеса, они достаточно узкие. Они намного уже, чем задние колеса, и поэтому уплотняет он ими очень хорошо. Ну и задние тоже исключать не надо, тем более они тоже с балластами. Уплотняется довольно неплохо глина. Вот. Теперь на это место будет нанесен гравий, а дальше также щебень, и все это выровняется, и будет отличный заезд к дому. Всем спасибо за просмотр, оставайтесь на канале, всем удачи и всем пока!